Всем привет! С вами Елена Устименко, биосенсорный психолог. Психолог, который занимается твоей душой, не раздает какие-то нелепые тесты. Сегодня тема у нас такая будет, как эффективно пережить расставание с мужчиной и как его можно вернуть. Да-да, мужчину можно вернуть, было бы желание. Изначально рассмотрим ошибки, которые не стоит совершать. Первое. Если тебе плохо, и ты решаешь как-то забыться, не нужно идти и принимать алкоголь, чтобы не прибавилась еще одна проблема. Также не нужно идти на кухню с подружкой разговаривать, которая даст тебе кучу советов, которые никуда тебя не приведут. Потому что какая бы ни была подружка, что она может сказать? Она может сказать, да ты классная, ты хорошая, а он козел. Ну, ушел, ну, туда ему и дорога. И рана твоя от этого не излечится. Не стоит истериковать, не стоит негативить и напоминать о себе с помощью негативных эмоций, с помощью надоедливых каких-то сообщений, смс-ок. Потому что это точно ни к чему хорошему не приведет. Не стоит погружаться в тяжелое состояние, потому что, конечно, когда ты живешь с человеком и все плохо, кажется, что ну, ничего страшного, да, там, или мужчина там резко тебя уходит, бросает, ты понимаешь, что жизнь окончена и это конец. Но если ты после расставания с мужчиной, после того, как он тебя бросил, начнешь погружаться в тяжелое состояние, то это будет депрессия, отсутствие движения, и ну, ни к чему хорошему это не приведет. Так, это мы запомнили. Что делать не нужно? А теперь дальше, что нужно делать? Во-первых, нужно понять причину, почему мужчина тебя оставил. Мы сейчас не берем какие-то ситуации, что мужчина патологически любит бегать, скакать, прыгать, поэтому ему все равно, да, сегодня ты, завтра другая, послезавтра третья. Вот. А если у вас действительно были какие-то серьезные отношения, и он тебя оставил, бросил, то значит ты ищешь, во-первых, причину, что послужило причиной вашего расставания. Может быть, ты изменилась за то время, пока вы были вместе. Ты там поправилась, округлилась, ты потеряла свою привлекательность. Или ты стала такой домашней, что с тобой стало совсем неинтересно. Погрузилась быть такой курочкой, наседкой, которая кудахчет, кудахчет, занимается всем, только не собой. Либо еще какие-то причины. Покопайся, возьми листок бумаги и напиши, что послужило причиной того, что от тебя ушел мужчина. После того, как ты этого определила, ты начинай действовать тут же. Что нужно делать? Ну, во-первых, если ты потеряла свою привлекательность, набрала там 5, 10, 20, там 50 килограмм лишних и стала нереально непривлекательно для своего мужчины, значит, возьми за себя. Иди в тренажерный зал, делай хоть что-то. Сделай себя такой, чтобы трудись над собой, чтобы в тренажерном зале все мужчины при виде тебя открывали рот и глотали слюнки. Это раз. Если ты стала слишком домашней и неинтересной, начни развиваться. Запишись на какие-то курсы, пройди какие-то обучающие семинары, я не знаю, там возьми книги, читай, стань интересной. Стань интересной в первую очередь для себя самой. После того, как ты будешь интересна для себя самой, ты также станешь интересна для всех окружающих тебя людей. То есть самое главное, что делать, это заняться собой. Не вовлекаться в негатив, не догонять мужчину, не писать ему сообщения, не унижаться, не продолжать быть надоедливой. Не негативить. Вот. Значит, ты занимаешься собой,
ты вкладываешь себя, ты разнообразишь свою жизнь, ты пытаешься сделать свою жизнь классной, насыщенной, интересной, веселой, привлекательной, в первую очередь для себя. Ты можешь как мотивацию поставить, что ты это делаешь не для себя, например, а для него, да? Что ты хочешь стать классной для него. И ты прилагаешь для этого усилия. Ты все делаешь для того, чтобы понравиться ему, но молчок. Ты ему не пишешь, не звонишь, не надоедаешь, а делаешь все это в тишине. Ты ушла втихаря и все это делаешь. Вот. Почему я говорю, что бывших можно вернуть? Потому что мужчина при расставании всегда, особенно если бросил он испытывает некое чувство вины. Да-да, он испытывает его. И спустя какое-то время он все равно вернется посмотреть на то, какая ты. Это может быть в соцсетях, это может быть в жизни. Он обязательно захочет посмотреть, какая ты, что с тобой произошло. И если он тебя увидит обновленную, классную, интересную, с классной фигурой, целеустремленную, живущую своей супер интересной жизнью, то ему захочется вернуться. И даже если он ушел к женщине, то он подумает, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ведь она-то классная. И у него будет желание вернуться к тебе. Тут уже другой вопрос. Захочешь ли ты принять его? Мужчина стал смотреть, да, там на твою страничку зашел посмотреть, еще куда-то. И он видит, что ты ровно такая же, какая ты была, вот от какой он ушел, ты не изменилась, а осталась точно такой же. Он поймет, что он сделал правильное решение, правильный шаг, когда оставил тебя. Потому что ты неинтересная, потому что ты изменилась с момента встречи вашей. И он поймет, что да, круто, я сделала правильное решение, что я ее оставила. Поэтому мы меняемся для себя, для него, там, для кого угодно. Мы делаем это, мы становимся интересными, классными. Когда ты будешь меняться, ты все равно это будет видно на твоей страничке. И если он зайдет на твою страничку где-то в соцсетях, например, и увидит все те же фото какие-то унылые, грустные, и какие-то статусы двойные, непонятные, он поймет, что сделал все круто, когда тебя оставил. Если он увидит, что у тебя классная, веселая, супер насыщенная жизнь, что ты счастлива, что ты активна, что ты крутая, он обязательно зайдет, чтобы посмотреть, как живет его бывшая, то у него появится желание вернуться к тебе. Потому что он поймет, что да, я сделала ошибку, мне нужна она, это классная женщина. Поэтому, девочки, меняемся. И консультировала не так давно мужчину, он сказал, что это я говорю, я не придумываю, это из моей практики, более 20-летней, консультирование и сопровождение мужчин и женщин. Вот недавно консультировала мужчину, он сказал, что решил посмотреть всех своих бывших. Зашел в соцсети, стал смотреть и понял, что классно, что он их всех оставил, и ему неинтересно с такими женщинами, и он молодец, потому что они ни капельки не изменились. Единственное, что с ними произошло, они стали старше. Кто на 3 года, кто на 5, кто на 7, кто на 10 лет. Но ни одна из них не изменилась, не стала лучше. Он зашел, наверное, не просто так. Да, было интересно, любопытно. Он сказал, да, я молодец, круто, я сделал правильный выбор, что оставил всех этих женщин. Поэтому, девочки, меняемся, и будет всем счастье. Тогда бывший твой наверняка захочет к тебе вернуться, когда он видит, что ты классная. Вопрос будет к тебе, захочешь ли ты принять его, когда ты уже будешь другая. Да, принимай. Нет, все дороги для тебя. Я надеюсь, что тебе было это видео полезно и интересно. Если это так, ставь лайк. Жми
себя интересные и полезные. Если у тебя есть какие-то размышления на эту тему, напиши в комментариях. Я люблю читать комментарии, всегда на них отвечаю под своими видео. Если у тебя есть какой-то вопрос по этой теме или по теме отношений, ты можешь заполнить форму заявки, которая находится внизу под этим видео. Нажимаешь, заполняешь и записываешься на диагностическую консультацию, которая длится 15-20 минут. Желаю всего хорошего. Все в этой жизни можно изменить, было бы желание. Целую.